Ну, я как бы Довольно видео круто выглядит. смотрел, но типа, ладно. Давай, я не знаю просто, чем, что Там конкретно мне люди... делать. Я такой, у меня пульнуть леча, просто вот такого по кругу водить по дальнему вот здесь вот. Да, смотри, нет, смотри, мы будем Ну, так вот так вот, вести. как я Ты вожу. вначале ведешь, подожди, подожди 5 секунд. Вот ты начнешь примерно отсюда и ведешь его просто по прямой. По прямой. Когда ловушка кидается на всех, ты тоже вместе с этими людьми перебегаешь. То есть абсолютно все перебегают. Ведешь его так, довел вот примерно до этой точки. До этой точки начинаешь уже сворачивать вправо. И потом ведешь по правому так вот стороне. Должен леча и жаркарей держать спиной. И ни в коем случае, когда мы перебегаем, жаркарей не должны быть спереди нас. Ой, сзади нас. Впереди могут быть. Поэтому ты вместе с нами перебегаешь. Ну все, И сейчас там вроде такое же. Ну на второй там... фазе под жнец обязательно прожимаешься. Нет прожимки, просишь прожимку. Я не настолько фрик. Прожимки всегда Нет, будут. так я ж ничего не говорю. Ради Фрик. бога. Просто... Ну, Ну. короче, это не в обиду, типа, тебе, Зерона, твоему перству, я не знаю, мне кажется, его шотки. Я тоже Но так думаю. баф Дайте это... мне зуб, бля, у меня там кафоски нет. Есть у кого? Тебе хпшную или ХП. саппорот? Да не шутят Дальнюю. меня, что вы Ну, там думаете? типа Все нормально, постоянно да. как на 52 хуяет его. Ну типа потом просто так 10 Так тысяч. он без бафа еще, чё вы Рыбу начинаете? еще Ну надо об этом ему. я говорю, что вот вчера этот под фул бафом было там 70 с чем-то тысяч. Ну, значит, чел кнопки не жмет свои. Ага. Попробуем, жмет он кнопки, он хорошо играет. Так, все, давайте время не будем тратить. А я что-то забыл, Так, там мы на еще первой фазе есть. какая-то хуйня, да, откидывает вроде. Я Так, год не был. до первой Можно мне фазы не два кулак, а какие-то каску, пожалуйста? ловушки. Поэтому нужно будет перебегать. Когда сказали перебежать, сразу же перебегаешь, не стоишь. Когда. Смотри, также может кинуться на танк, и не бежишь вперед. Лучше всегда чуть в сторону отбегай. Геру дадим спу. Так, вы под какими? Пулы Под для ДД или Зерона. под саппортами бьете? Под ДД. Типа 64 кал мало, что ли? Нормально. Пробуем. Есть дживс у кого-нибудь? Поставьте дживс починиться. У Лича есть прихост? Нет. По-моему. Разве нет? Да, прихост только у драконов. Каски 8% сделаем, да? На миликов да, а на кастеров нет. Каску 10%. На кастеров в обычные каски закиньте. Все, метку на себя поставил. Запускаю босса. Главное, Зерона, смотри, прожимайся, а то вам пиздец будет. Ну, у него А если 70 не тысяч здоровья, прожмусь? у него еще и Ридар еще, потому что там прям сильно дает по хп. Если не прожмешь, я тебя шотнет на жнец душ на второй фазе, поэтому пока жнец душ будет Жалко. обязательно. На последней фазе будете бегать за квадратиком все. Вроде 80 тысяч должен быть урон жнеца. 57 там залетает. 57-60. Я имею в виду без абсорба, без резиста. Ну да, там больше. Припоты нажали. Геру как босса поставит Зерон. Давай, Геру. Морозичу. Скоро будут ловушки через 8 секунд. Перебежали все. Мистер Бонд, ловушка. Шаркаря. Убрать. Дальше ловушка и чума. Чуму под шаркаря. Берите шаркаря. Кусяло сорвал. Барменталь этот. Побеги к шаркарю. Ближе РДшники, держитесь к плечу. Сальву помогу есть.
Ловушка сейчас будет только. Перебежали. Веди тоже Азерона. Когда сказали перебежали, сразу веди. А то нас может убить, как в лицо все зайдет кто-нибудь. Перебежали определенного диска. Ловушка. Слишком срезал угол. Ну ладно, поведешь тогда через трон его. К трону веди тогда Азерона. Ближе подойдите к боссу. Буду ревен перебежали. Ловушка сзади. Не очень понимаю, зачем я перевожу его, когда... Надо, надо, подожди, тише. Волмора перебежали. И мистер Бонд. 6%. Ну, нормально, вот здесь держи. На лед веди и... сразу потом. Все, смотрю. На первой фазе давай тоже его под зубами подержим, Андрюха. Под конец, когда два будет появляться. И ты на первой фазе прожимки не жалей. Барменталь, прыгни в Редвика с массовой. Так, кто же там поскольку бьет? Давай посмотрим. Шаркающий. 7000. Так. Там... Приспешник. Шаркающий, шаркающий. Да нормально. Почему ты так ведешь? Потому что мы бьем в одного танка. Не, не понимаю, зачем я веду, когда лужа не подо мной появляется. Смотри, а. нам же надо перебегать. Надо. А часто кидается чума и его лужка. Если ты не переведешь, кто-то подбегут. Во-первых, мы не можем перебежать. Ну, либо нам надо от тебя отбегать. На нас кидается чума, и мы не сможем тебе нормально ее поднести. То есть лишнее время теряем. И ДПС. Здесь по ДПСу тоже важно пройти. Кстати, того, что я подрезал, но вроде сами ко мне близко подходят. Ну ладно. Я тебе сейчас просто покажу, как идти еще раз, может, понятнее. Есть тактика по шипам по вот этим ходить, тоже скиллованная тактика, нормально. Да, похер по шипам, не по шипам. Короче, похуй, я буду вести как хочу, если вы там, если вы сами встанете в шаркаре и сами виноват. Похуй. Смотри, в идеале вот, веди просто прямо его. По понял, я понял, что вот так надо условно вести, ну типа... Вот, 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 веди по прямой, и потом, да, сюда дошел, развернул в эту сторону, пошел как раз. Мирой, просто вы, потом, вы близко меня... забежали, я подумал, что это плохая идея, что повернул их до вас. Смотри. Я понял, давай ставь ремонт. Я понял, говорим. Шаркающий. Там уже будет. У шаркающего есть иступление, если вы не знали, там на 3 секунды кидается. Сейчас, если вы еще жаль буду, похуй. Просто можно гнев небес дать под иступление и все. Просто мы зубы ему закинем и все. Мимо сейф нужно. Пошли. Давай. Будет рыба ремонт. Есть? Нет? Типа, смотри, здесь каски, то ну, типа, ну, мастан, да, тоже неплохо закинем. И мастан, да, тоже можно. Вы в одного танка тоже траили, да, уже? 10% до вируса не довида. У Берсачо 15 или 17? 14 минут. Там 3 человека перевешивались. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне. На Бонда закидывай тоже эти истерии по КД. Не кидаю. Да, красавчик. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслужил. Смотри, на первой фазе тоже сейвы не жалей трать. Если нету сейвов, попроси. Я уже буду тыкать. Но, когда особенно два шаркаря живы, потому что больно. И не смотрите, здесь сферки обязательно выносите. Также Барменталь там гнев небес с навалек. Марухич, не знаю, замедляющий тотем работает, по идее должен работать. Вадим, ты здесь спалишь чуму? А, нет. Припоты нажали. Давай Геру, Вадим. Кинул игру.
Ловушка скоро. Перебежали на танке. Смотри, мистер Бонд, в танка не беги. Толки. И Барменталь тоже. Все, сейчас держимся справа, под правой ногой у Лича. Шаркаря. Забери Шаркаря. Марухич еще сейчас положит. Войд, перебежали. Пепелок. Под чему? Под лицо к Шаркарю не бегите. Марухич аккуратно. Ловушка через 3 секунды. Войд, теперь перебежали все аккуратно. Стойте все в метке, пожалуйста, одной, чтобы ловушка перед нами не появлялась. И... ловушка и чума будет сейчас. Мистер Бонд, ловушка, перебежали, Марухи, чума. Хорошо. Сейчас будет только ловушка. Будрэвен, ловушка, побежали. Беги-беги-беги, Зерона. Раньше чуть-чуть везде, это было опасно. Второй Шаркарь вышел, начинай прожиматься, забери Смарухича. Ловушка и чума будет сейчас. Барменталь ловушка, твой чума. Прожиматься начинай. Выбой скину. Ну, после следующей ловушки надо отличить везде. Да, веди потом после следующей к этому, к льду. Кусяло, перебежали. Только под лицо не заходите. Милики потом отбегаете от этого, от танка, от шаркарей. Все, перебежали на лед, барменталь массейф нажми. Милики убежали в РДД зону. Грипнем обоих в РДД. Я по сферкам поиграю. Гневного забрать. Обязательно только с сферками. Милики пока отбежали. Чё за гнев на экран? Ещё, по идее, можно подходить, наверное. Скоро будет переходка. Юра, залей Иннер по Волморе. Ну ты идите от меня, мне некуда задвинуться. Юрик, выбеги с рейда. Юрик, видишь, у тебя летит сфера. На фазу заходим. Заходите, сова. Да, Юрик, забегай. В сферку не беги! Я вижу. Бейте, мама. Через лича играйте, закрывайте. И подойдите все под лича, под жопу. Вальку замедляем, тотем замедляющий поставь, Марухич, по Вальке играем. Астер фул работает в этом, в Вальке. До 50% Вальку, больше ее не надо добывать. Еще разошлись, еще сквернение еще будет. Вот, пилок тоже, или бут, под жопу ключу. По Вальке не надо больше играть. Если меня Валька возьмет, я просто на портал уйду, будете под еще играть. Тихо, жнец, кто не дамажит. Это дамажит, пока. Дамажит. Валька, потом осквернение разбежались РДДшники. Сейчас Валька появится. Отбегите РДДшники чуть. Благодарю. Стан дай. По Вальке. Хорошо. Ну, меня медики побольше, медики побольше. РДшники, чуть отойдите. Сейчас осквернение, потом Вальки будут. Медики разошлись. Заражение, параметаль. Уж нет, жмишь кнопки. Как же этот жнец ебет? Спокойно. Надо разбить БДСшника быстрее. Вот сейчас вот посмотришь, как тебя будет ебать, Джинни. Ну давай. Дайте ход, что-нибудь. Хорошо.
все, больше не бьем, разбежались. Осквернение. Милики тоже у Джена. Осквернение вынесли. Поздравим. Хорошо. Вернулись под жопу, плечу 8% фазы. Плечу все играем, Валька появится, ведешь босса с Валькой просто. Юрий, как же эти жильцы трахают. Выведи уже край, веди 2%. Юрик этот... Хватит фудить, блядь. Юрик, я не слышал. С серком играть. Хорошо. С серком не играть. Не, хорошо, дэша, давай. Забиваем. Забежали. Эти жильцы будут дальше? Да. Да. Войт, шарик выноси. Юрик, бей босса, ты мобов тоже бьешь. Я как помогаешь, когда их много. Отсудили чуть на край. Здесь будет 4 гневных, если мы не успеваем убивать, еще флоу забирай на пол флоу, играть еще с флоу. Лоу хпшного всегда кливаем. Андрюх, тебе мана нужна? Он флоу. Мана флоу. Вот еще один вышел, забирай в него, играем, а второго кливаем. Юрик, добей ту эту серку дальнюю, которая летит. Еще один вышел, в него играем. Дальше. Заходим на фазу, чтобы убить. Серки. И сейчас в центр готовьтесь все выбегать. Здесь ловишь босса, и... ждешь. Лови босса. Сейчас все в центр подбежали и бежим за квадратиком. Дальше кинется осквернение. Побежали. За квадратиком. Только не останавливайтесь. Чуть-чуть надо остановиться. Подождите. Ну тут в углу можно. Еще одна. Стоп. Побежали. Мы, когда нас вынесет обратно, сразу кинется осквернение на кого-то человека. Просто сразу. Этот человек вынесет. Барменталь, ты готов все ловить духов, если что. Через бабл. Мина перед нами. Стоим. Ждем. Сейчас взорвется, блять, духи летят. Побежали, быстрее. Команду. Еще одна, стоп. Побежали. Разбежались. Маручич. Здесь стоим, бьем, ждем духов. Подичу играем, гневного кливаем. Жнец, жми кнопки. Сквернение не вижу, 10 секунд пишет. Да, 10. Барменталь, ты если что первых ловишь духа, потом я вторых. Сквернение. Сейчас сквернение. Окей. А на танк? Ну что, здесь стоим, ждем духов, потом на другую сторону уходим. Духи. Все уже можете отсасываться до босса. Побежали. Продутайте босса у нас. Комнаты через... вот. Опять в центр выбегаем и бегаем за мной. Побежали. Я пробую хилить так. Придется чуть остановиться. Да, я думаю. Еще одна падает. Нормально. Чуть-чуть. Вот, побежали. Нормально. Сорян, у меня просто привычка тоже подрадивать. Вот сюда. Больше создаем. Побежали. Тут сейчас стоп, побежали. Быстро надо бежать. Там за вами ловушка. Войд аккуратно. По краешку. Разбежались. Кусяло. Кусяло. На эту сторону веди. Духов надо ставить. После следующей комнаты я разойдем. Совлю я. Ты следующий ловишь, Барменталь. Осквернение будет, и будут духи. На осквернение подрассосите. Вы бежали чуть? Да не, после духов, значит. Или вообще не будет. После осквернения. Будет.
Для комнаты бомбы давай, да? Да. Блять, зря перевел Лазерона. Ну ладно, вернемся потом в ту сторону. Вам типа духи, духи идут. Барменталь, по идее, засушил. Пять едет. Войд словил. Обдутайте вас еще с комнаты будет. Следующих духов я словлю. 8%. Я могу айсбаундом словить. Ну все, мы выйдем, Геру зайдем и убьем. Нет, своего вообще не могу. Если есть в комнате, можешь в комнате. Пусть зайти. Один человек рылит, пожалуйста. Я словлю этот озером. За квадратиком побежали в лес. Не останавливайтесь, вон там еще все нормально. Взрывайтесь. По краешку. По самому краешку. Придется остановиться. Блять, хуёво. Духи летят. Стоим. Побежали. Быстро. Нет. Разбежались. Кусёво. Геру ненавижу. Уже да. Есть Гера. 6%. А ну бля, я не знаю, если там кто-то жнеца умирает, то он точно долбоёб. Так, тихо. Это следующий... не важно. Да все, мы убили. Следующий. Ладно, всё. Типа, ну, что, у меня еще сейвов было на миллион примерно этих. Ну тебя да все поняли, что ты рукастый. Как же я хорош. Ну давай. Нет, ну скажите, что хорош. Я молодец. Вот слушай. Ай, хорош, ай, молодец. Спасибо. Приятно. Ой, ты мой маленький. Хорош. Да вы мне, блядь, про этот жнец говорили, как будто я сдохну 500 раз, и как будто он миллион урона. Мы тебя мотивировали, понимаешь? Чтобы ты кнопки. Я жму айсбаунд, он вообще не дамажит. Ну, не айсбаунд, зеленый. Мы нон-стопом хилили по 30к выход, поэтому тебе. Круто, по 30к. Я пока же жнец смотрел, я жму любую кнопку, и он сносит мне 20 хп. Ну, так я пока же жнец, если тебе еще считывал. Хорош. Ребятки, ну вы красавчики, убили. Че вы заслабьтесь? Че вы такие чесвачные? Алло, нахуй. Ну-ка, а быстренько ШП похвалили, блядь, что за хуйня? Ну-ка, ща линкуем, нахуй. Ты бомбу словил на переходке, могут сдохнуть. Это вообще похуй. Это вообще похую, нахуй. За 3 ДПС. ШП все, откисай. В смысле, откисай? Без моего ДПС вы бы хуй убили, блядь. Это не ты такой, ШП такой. Все, блядь. Полутанк, блядь, я просто дамажил за двоих, блядь. Ну чё, Грац, парни, закрыли. А Синдру долго закрывали? 2-3. Ну, кстати, было... В два хила Синдру? В 3 хила убивали. А, я же забыл, и же нерфанули же десятку. Первый раз ты когда... Какой желуд? Там что-то падает. Ничего не падает. ОД падает. Костя вообще пришел. Пояс. И ханта нет, блять. И ханта нет. Я бы посох на Илема взял бы такой. Хуи. Террорист паролем. Где Джайна? Этот, короче. Юрик, на тебе посох на танка. Охуенно. Да мне тот посох лучше. А вот тебе. Так, Слава, у тебя похожий посох, поэтому ты не родишь. Да, блядь, да, я знаю. Пошел я нахер. Ну, ясно. Я Марсезу обещал посох этот. Вот где Марсез в пати, не вижу. Марухич не ролит тоже. Сука. Blue Drive, он плохо играл, скажи, значит, забираю я. Бля, может, я тебя еще не увижу, все будет что-то, я тебя прибью. Честно. Давай ЕП-шить. Ну, посох. Slash roll. Надо кому? Токен. Roll. Божественный roll. Не, ну ШПшник кайфово, мне нравится, как его. Я его удалил. Никто не против? Да, не против.